Раз, раз. Два, три. Четыре, пять. Музычку. Что у меня на Е открывает консоль, когда я Shift хочу большую язык написать? Мистер Улер. Такая это тильда на английском. Так что, возможно, это сочетание клавиш срабатывает просто и все. Ну, буду на английском, мистер Улет, еще хотел. Сейчас. Ой. Где он этот вайбер-то? Ну, вот он. Микрофон покрасивее варил в эфире. Все, я здесь. Отлично. Цепляюсь. Я сейчас тут запущу на полную катушку, наверное, добычу воды. Он запущен у нас. Да нам сейчас топливо надо будет для ровера, для одного и для второго. В общем, сейчас поставлю в курс, что нам надо будет вообще. Сейчас потише сделаю. Вот создал имя, выбрал. Вот так. Choice. Так, join mission. Так, айпишник 13. Айпишник мой, пишет хамачи. А, подожди же, join B адрес интер, надо в твой, это, твой же хамачи ввести. По-моему, да. Какой он там у тебя? Все. О, 25.88.94.171. Welcome. 7.1. Welcome back to Mars. А пароль такой же, как и ID, Mars. Да? А, Mars. QWERTY1. Join server. Join by IP. Что-то ты не цепляешься? В консольке. IP 25.88.94.1.7.1. Подожди. Двадцать пять точка восемь восемь точка девять четыре точка один семь один. А просто 1.7.1 без точки? Ну, с точкой. А. 1.7.1. Нет, нет, 25.88.94.171. Без точки. Да. Вот я. А что? Перед 1.7.1 точка. Вот теперь коннектится. Так, как тебе там? Ctrl-N. Yes. Сейчас еще стримач запущу. Свернусь когда. Сейчас где-нибудь. Запущай. У меня тут растения погнили скоты.
Чё это? Урожай целый сгнил. Не знаю почему. Вроде ничего не переливал. Вот. А он, смотрю, в консоли, короче, написал. Вот 58 дней скоро собирать надо. Вот. Пишет мне какую-то фигню, короче, дичь какую-то, которую я до этого не видел. Перевожу это дело. Вот. В переводе то, что типа там у вас загнивание. Ну, я не знаю, сейчас я сюда сажал или нет. Ничего я сюда не сажал. Оставил я это дело под пар. Надо будет посадить еще, попробовать. Ну там хавки, блин, дофига, короче. Там хавки обожраться, короче. Я собрал этих рыб, собрал. Собрал лягушек, собрал там квакушек всех. Всех. Всех пожирать. Ну вот, что нам, короче, надо сделать? Что я не докатал в прошлой серии, в прошлой вообще сессии. Там, короче, какие-то наборы надо собирать по этому, по заданию. Сейчас, подожди, параметры посмотрю. А то уже забыл, что у меня тут где было. Вот. И именно какие-то наборы. Вот, потому что я просто сгенерил там, скрафтил, короче, там, не помню, что-то там одно, второе, третье. Вот, смотрю, он мне пишет, нифига, короче, не сделал на это, ну, миссия, ну, задание. А надо именно киты. А на киты там нужно, сейчас я влезу, вспомню, что там нужно. Там железо нужно добыть, еще что-то. Вот, а на железо мы не нашли, на железо содержащие дела и на, ну, короче, на нужные химические элементы, которые будут, из которых все это дело будет крафтиться. Вот. Мы не нашли даже образцов тестируемых. Поэтому сейчас надо максимально заправить роверы, максимально их отремонтировать, вот, брать с собой чемоданы, тестеры и фигачить, искать нужные нам эти залежи, короче. В общем, рутина. И рутина такая противненькая. Ну сейчас попробуем это все сделать. Да сделаем. У нас же восьмая фаза, как вот я стрим назвал. Нет, седьмая финальная. Но она там 7.1, 7.2 идет, 7.3 у меня будет. Или вас стоит. Ну пусть что-то будет в финале. Так, у меня там... По еде вроде бы нормально, особенно классно по воде. Если, по-моему... залил себя, заел красиво в прошлом уровне, ну, в смысле, в прошлой сессии, я, по-моему, съел то ли червяков, то ли лягушек, ну, короче, мясо я нажался, и она прям так хорошо у меня вообще полностью забила. Так, что у нас там? У нас там надо следить нам за температурой. Вот за это 13 градусов, а здесь у нас 73%. Можно, наверное, перецепить. Генератор, сейчас я переделаю. Ты можешь пока одеться, посмотреть состояние роверов. Как раз только зашел внутрь. Пойду. А. Ну и чемоданы надо поэтать. Смотреть. Так, батарея номер 2 у нас, да? Нифига, генератор номер 3. Это у нас блок отопления этого. Био дела все. 77%. А где вот, надо, кстати, чемоданы? Чемоданы? Ищи в багажниках. Должно быть два чемодана точно.
В роверах, короче. Они даже вон с той стороны стоят. Так, да. Четвертый, на 35, на второй. А, что я еще делал? Ну я это написал. Я себе прокачал инженерию. Там, по-моему, до 7 или до 8 уровня. То есть тупо брал и это. Снимаешь, ну демонтируешь, короче, агрегат. Любой, деталь, любую, короче. Сепаратор, из чего ты снимал. И обратно не ставишь, а так по кругу гоняешь, короче. Но, ну, прокачка, типа, игрока идет. Ну вот, у меня теперь там 7 или 8 левел, короче. Не помню. Так, все, я правильно переспил. То сейчас я, блин, тут не цепляю. Икс. Четвертый. У нас на второй. Один баллон, прям такое ощущение, что он в воздухе стоит. Какой? На улице зеленый, белый. Сейчас подойду, подожди. Тики. Ремонтный комплект, значит, должен войти быть. Он в гаражах, скорее всего. Блин, а я к роверам подошел. Ну, перегони ровер. Вот он, тулс. Два тулса в одном из роверов. Два? Угу. Прям в ровере. Ну, значит, один надо. Поменьше я сделаю потребление. Так, у одного ровера половина почти нахлобучена ему. И у другого почти так же. Сейчас будет чинить. А я сейчас посмотрю, какие нам нужны ископаемые. Надо запомнить, лучше записать. И чемодана тестера нам надо найти, которые тестируют у нас эти землю. Тут нет, нет. А их в комплекте, ой, вроде, по-моему, не было. Чуть я заплутал, а не все правильно. Open, please. Значит, что нам надо? Что нам надо? Нам надо сделать два кит набора. Вот сюда их там клал. У нас есть электроник кит. Уже. И все. А из китов у нас что? Так, генератор кит, компрессор кит. Электроник кит 3 и где-то 4. И скрабер кит. Правильно? Да. Электроник есть. Значит, нам, допустим, на скрабер кит. Что нам нужно? Медь, никель, алюминий. Что у нас есть из этого? У нас есть алюминий. Что там еще? Меди у нас есть медь, нет никеля. Вот нужно искать никель по любасу. Нет никеля, нет никеля. Вот, никель у нас содержится. Сейчас скажу в чем. Минералы. Так, никель. Никель. Оливин. Оливин у нас есть. Точно, точка. И
И он, сейчас скажу где, Оливин, туда можно ехать уже, ставить, наверное, буровую. Он там рядом идет с базой. Тоже надо найти наши эти, которые... Да, нет, тут все в этом. Блин, зараз не подписан. Херово. Это смотрится все здесь, в этом, в блоке, в диалоге, ну, в радио делах. Так, sample sets, образцы. Где у нас линия? Акселайтер. Акселайтер. Вот, Оливин. Оливин, Оливин, Drail Speed. Значит, вот здесь он у нас, скорее всего. Но. Точно. Точно. На позиции 80-200. Севернее базы. Туда, наверное, сейчас я и лупанусь. Так, что у нас с хавкой? Хватит еще. Чик-ок. Ну, замок. Чик-ок, щелкнул замок. Да я включился, этот скафандр включил. Расставил, чиню машину, рулер. Что ж он так долго чинится-то, зараза, меньше половины. Да потому что это они заюженные долго. Так, что у нас по этим, по буровым? Вот у нас буровая раз. А это я, по-моему, там оставил. Забыл уже, сколько, я не знаю, недели три? Две? Точно, нет. Так. Тут у нас что? Тут у нас стоит. Здесь у нас пусто. Пусто. Здесь у нас пусто. И здесь пусто. Кто-то что-то пишет в конфу. Сейчас подсек. Там Андрюха есть поговорить, сценарий там один, бомба. А. О, починил. Один. Майц. Почему у нас запись идет? Идет. Текс. Оливин. 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 Нет, мне нужно экипмент посмотреть. Экипмент у нас. Блин, позабывал. Кошмар. Надо чаще. Деймиться. Тут у нас инструменты. А тут-то у нас. Так, и чемодан. Вот он один чемодан. А где чемодан второй? Тестер который. Интересно. У тебя там нету его в этом? В ровере? В ровере, в карге, посмотри, блоки. Потому что здесь только инструмент. В этом ровере, по-моему... Тут стоит GPR Unit и Drill. Drill. А вот тут образцы снимать. Так, поеду я заправлюсь. Сначала сейчас приеду.
Блин, не впишусь. Странно, здесь чемодана нет. Где? А должен быть. С инструментами? Нет. Чемодан, который тестер. Ну, тестировать образцы. Инструменты я сюда отнес. Одни. А, вот он, блин. Специально оставил его под фонариком. Я заправился. Сейчас я заберу буровую и поеду поставлю. Если он там не стоит. Я, честное слово, забыл, на каких точках я поставил эти. Где я оставил с прошлого раза. Буровую. Одну я забрал, ее надо было, по-моему, эту вот, ремонтировать. Бу. А если по карте посмотреть? Да что-то я не увидел. Плохо смотрел. В общем, смотри, кладу тебе рядом этот тестер, чемодан. Положишь его в эту, в ровер. Вот свой сейчас тоже поедешь, заправишься. Так, карго, карго, карго. Это загрузить, это закрыть. Здесь у нас что? Дрель. Будет все на месте монтировать. Все, блять, не туда смонтировал. Он за мой французский. Залезь в этот. В багажник. Выкинь оттуда буровую. И отгони чуть вперед ровер. В свой багажник залезь. Антон, что, уснул там? Или что, с дискачем, не пойму. А, дискач у меня отвалился. Ошибись. One moment, please. Ну что за беда с Дискордом? Thank you.
Сцепился на трозер. Сцепился. То ли лыжи мне едут, то ли я не пойму. Да. Щит. И закатать бантуху. Какая-то проблема у нас с Дискордом. Сразу. О. Нам ехать. Блин, и жратвы уже нет. Щит.
Отлично. И где это? Все номера остались.
Да, вон он. Сейчас Антоха поддохнет. Стоит на улице, уже сколько времени, что радиация нахапает. Курикин ушел. Цинк, конечно, станет. Вот-вот и жопы мира. Молодец. Ты сейчас, наверное, сдохнешь, там у тебя же радиация там зашкаливает. Блин, у меня еда на исходе, и кислород на исходе, я захожу. Ну ты остался на улице, пошел курить. Мозгов, конечно, у тебя вообще масса. Иди, жри,
Жри таблетки от радиации, собирай урожай в восточном, по-моему, оранжерее. Тебе сейчас выходить никуда нельзя. Повар варнинг. Уже хапачка тратит. Ах. Бегу. Ой. У меня из-за повар варнинг я уже еле-еле прям уйду. Молодец. Что тебе сказать? Я дойду. Да чё, да, не, ну ты дойди в эти, шлюз пройди и выключи скафандр, иначе, блин, крякнешь. При ротве, короче, офигенно до этого делает. Бобы, бемс берешь, рыбу берешь одну, допустим. Вот. И это дело готовишь. Он тебя на 3/4 поднимает, короче, хавки. Мясо пусть пока лежит, не трожь. Ну, мед там внизу, это червяки. Все-таки. Хотя можно их съесть, но они у нас не восполняются. Так, куда поехать? Нужно искать гематиты. Нужно искать всякие матиты. Здесь мы не были, наверное. Вообще вниз можно попробовать спуститься на восток. Я вот. По-моему, сейчас его уйдет, да? Так, таблетки от радиации сначала, потом еда, хотя бы сначала еда. Чё там ты говоришь смешать, чё с чем? Бэмс, бери, бабы. Горох. Ага, и чё ещё? И фиш. Взял. Воды ещё взять. Электринг. Пока готовится будет. Так, наверное, поеду я, блин, заберу. Стопы. Заберу буровую сверху. Там в жопе мира буровая лежит. Ну, не помню, она у меня бурит или не бурит. Мне тогда взять с собой совок. Саня в Фалькрутоне запустился, видать, стримить будет тоже. Может, даже за здесь симулятор? Не знаю. Они там с Фальком что-то собирались мутить. А тот, который ты сейчас сказал, это кто? Ну, Фальк, Саша. А тот сказал... А Валёк они там вместе рубают. Играют, катают. Периодически. Блин, где еще одна чашка, где? Или я на нее наехал ровером? Блин, потерялся, где эта медицинская эта штука. Вот она. Так, проверяемся. А температура 98, это вообще 98 чего? Фаренгейт. Не Цельсий. 7 инфекций. Пульс 66. Редуктива. Да. Короче, жри колеса. Я там в прошлой сессии я восполнял. Таблеток тоже. Хавки у нас там много, водорослей много хавки. Я специально не опустошаю пока этот бассейн. Ну, аквариум. Вот эти 4 фабрикат, 4 NQ Repair Kits. Это что такое осталось у нас? Чё? Ну, по заданию фабрикат, 4 NQ Repair. Вот, надо сделать 4 кит-набора, 4 ремонтных комплекта. Вот. То есть, да, у нас уже есть. Один есть. Трех нету. Нужно железо, нужен никель, нужен цинк. По-хорошему.
Фалк начал. Но на что-то там нужно, я не помню, пластик и свинец. Свинеца, по-моему, всего одна фигнюшка осталась. Ну, короче, блин, железо надо найти, гематиты. Какие-то, не помню, еще иты. Посмотри по F1, зайди в раздел Minerals и найди там, где у тебя Iron, где есть железо. В каком ископаемом. Так, куда ли я еду? Мне на эту гору вообще надо подняться. У меня есть алюниты. Он? Нет. Нажми F1. Чё ты бестолковишься? Я нажал F1, зашел. Минерал, 13. Ну, тыкнул. Но вот айрон, смотри, где есть. Брунит айрон есть. Гематит айрон есть. Магнетит айрон есть. Железо. Ну, потом вот. Кто? Цинк. Цинк станет. Он есть у нас на севере, в жопе мира. Уже он изведан, но он не стрелян. Неизвестно, где на нем этот. Вот. Да, никель. Сейчас я сейчас будет никель у нас для этого. Остальное вроде все есть. Там много каких-то наборов. Можно собрать, ну, из того, что есть. У нас меди 5 этих. 5 единиц. Вот. На что-то нужно 2 меди и что-то одно, и один цинк, по-моему. У меня тут так. Есть первые. Талюнит, апатит, борнит, браунит, кирикутиту, церусите, фелдспар. Получается... Где? Ну вот, в минералах алюнит, вот у меня есть первый апанит, кантаниус, алюминут, ой, алюминум. Ну ты смотришь что-то, смотришь образцы, где брали? Ну, минерал я по F1 смотрю. Ну? Вот, и тут алюнит, апатит, барнит. Молодец, я знаю этот список. И что ты мне его читаешь, для чего, не пойму. Ну вот это для чего я читаю, чтобы вот... Говорю тебе про то, что я... Меня минил, ты рассказывал сейчас, вот я тебе говорю, что я вижу. Правее читай. Алюнит из чего состоит? Контент. Алюминиум and потасиум. Вот алюминий и потасиум, это, по-моему, кальций. Калий. Апатит состоит из кальция и фосфора. Кальциум и фосфор. Бранит состоит из меди, купера, сульфур, сера. Браунит, в частности, четвертый сверху, состоит из айрон, железа, которое нам нужно. И кальция. Вот браунит мы еще нигде не находили в образцах. Так же, как мы не находили ни гематит, ни какую-нибудь еще фигню, где у нас железо содержится. Для этого берется чемодан с собой, тестерный. Едешь и тестишь, смотришь, блин. Кстати, здесь тоже можно вылезти, посмотреть. Вот тут уже смотрели. Ты сначала вылечись и, блин, хавку собери, картошку. Сейчас. Поедешь сейчас, крякнешь. Ну, я едой заряжен, водой заряжен, ХП наполовине, радиация зима. Ну вот, должно быть отсутствие радиации вообще, и ХП должно быть полностью все. Тебе, короче, надо дома сидеть. А пока дома сидишь, занимайся сельским хозяйством, товарищ Мичурин. Ну вот, иду собирать картошку. Запутался я опять в этих блоках. Что там путаться? Я еду в жопу мира. Топливо. Куда он топливо девает, зараза? Только что полные баки были, блин. Все, уже выжрал. Блин, если реально поковыряться так над игрой, можно и баки поправить. Кого баги? Баки. Здесь? Подольше, чтобы был бензин. Вот, да нафиг надо. Зусини – это картошка? Зусини – нет. А, патата. Картошка. Картошка – это патата. Так я зашел, по-моему, в северную. Там одна, всего одна засажена. Так, блин. Бобы. 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 А бобов я там досаживал больше, потому что у меня... Так, подожди. Там что-то с семенами какая-то хрень была. Их не хватало. Ну, неровный счет был, короче.
Так, мне надо на... Что-то я пота-то не вижу тут. Да её там не будет. А что, мне тогда надо собрать? Блять, все, собери. А, не, мне просто показалось, что мне надо пота-то собрать. Forgotten Goods. Что это вообще за такое? Не знаю. Огуречек. Один есть. Еще есть огуречек. Это сейчас мы на фазе 7 с какой? Просто на фазе 7 геология. Не геология, а финальная. Где нужно, чтобы у тебя было все. И хавка, и нужное количество минералов, и кифноборов, и всего. Так получается, сейчас мы это задание выполним, которое нам с крестиком и закончим игру, что ли? По идее, да. Но потом мне самому интересно, что будет. Или будет открытый мир, или будет логическое завершение какое-то вообще. Не знаю. Ну это мы еще добьем. Добьем. Дай бог. Если открытый мир, можно классно тусоваться, то почему нет? Не, ну можно себе что-то крафтить, еще что-то делать, но это уже будет без заданий. Вот, это наталкивает на мысль вторую часть поставить, не знаю, тебе купить или у меня она есть. Вот, там вообще можно соревноваться. Она вообще под кооператив, насколько я помню, заточена. То есть там ты 4 участка карты какие-то, 4 основных. Вот. И можно строить в кооперативе две базы отдельные. Ты свою базу строишь, я свою базу строю, например. Вот. И мы начинаем развиваться уже отдельно друг от друга сами. Вот. Можно там, по-моему, меняться можно. Там экономику ввели, там можно покупать. Только не помню за что, там или кредит, или что-то еще. Покупать семена надо, покупать надо. Ископаемые можно покупать еще. В общем, она там интереснее и сложнее. Вот, там считается по сюжету то, что уже колонисты прилетели, там уже несколько ракет стоит, все дела, вот, и люди есть уже вот в этой в базе, в самой ты ходишь, там что-то у них затариваешь, или что-то там у них узнаешь, у этих людей, ну, уже там, у твоих коллег. Плюс там можно добывать, чем кредиты, по-моему, добываются, там как раз именно геологией. Ты собираешь ископаемые, отвозишь в ракету, вот, и там типа продаешь, по-моему. Она улетает, ну, челнок, короче, там такой стоит. Вот. Там круче и интереснее здесь, навороченно. Я ее покатал недолго и понял, что одному там, блин, скучно. И долго одному там. Все-таки вот с этими, с ископаемыми, со всеми делами. Вот. А там русские есть? Нет. Зачем тебе русский? Ну, тогда лучше вместе там опять выживать. А сколько она там стоит? Не знаю, сейчас я доберусь до этого. Так, ну сейчас отсюда не мандануться. Пардон за мой французский, блядь. Я тут... У нас прям на голосов хоть жопу ешь. Ну, ешь. Блять, не видно, не жди. А, куда я сейчас поеду? Я не знаю. А я прям на этом. На вершине там горы. Она узкая. Ай, 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 блять. Чуть мать, летите, бабади. Ты смотри его, не уфига, что-то у меня опять... Да ну уже наполовину.
Я еду не в ту сторону. Мне надо на север. А чё? Так темно стало. Темно. Туда еду вообще. А вот свет включил. А то что, знаешь, внутри было светло, светло, потом резко хренак темно. А, вон, где я есть. Я с другой стороны горы. Кстати, о птицах тут надо посмотреть. Я про то, что восход, наверное, поэтому темно стоит, стало в этом утре. Да вообще-то ночь на улице. Ну вот, стало темно очень, я включил свет. Ну, это 17. В начале тоннеля. Свет в начале тоннеля. Тут бы мне горючки сейчас не закончилось, зараза. Очень она меня напрягает. Ну, закончится, я на подхвате, как когда тебя спасу. Ну, слава богу, если спасешь. Потому что я тут в полужопе мира. Почти. У меня еще есть бешеное желание. Найти все-таки железосодержащую породу. Пироксин 13 или... Где есть? Вон он, я. Щит. Ладно, видимо, север. Я этих собрал. Еще как их там? Бобы? Бобы? Бобры. Ну, посмотри, что там по почве. По содержанию воды и этих. Ща, ну там еще два куста. Надо в холодильник эти отнести. Можешь удобрить все это дело, посмотреть там насколько. Так, граница 1.32. Сейчас тут что-то у нас начнется еще. Удобрить и посадить первые две ванны одной культурой, вторые две ванны второй культурой, третьей культурой. Сейчас сделаю. А, тут срезит, скорее всего. Ноль. Да. Где есть? Вон он где. Ну, сейчас направо. По-хорошему, иначе у меня горючка кончится. Ну, тогда я уже, наверное, готов, если что, прям рулер прыгает и сразу за тобой. Ну да, у меня энергия на исходе в скафандре. Могу крякнуть. Блять, я все-таки возьму образец, меня жаба душит. Я не помню, я тут брал или не брал. Не брал. Собственно. Иди быстрее, Калич. Ехали. Так, так удобрение у нас. Ага. Зучи раз, зучи два, зучи три. Чего? Ну, зучи. Ты почву посмотрел, насколько там чё? Сейчас. И какие зучи? Зучи это ты семена берешь, насколько я понимаю. Смотрю. Sample soil. Так, вода 0.0.10. Удобрение 0.1.5.0. Ну вот можешь по две запихнуть. И воды, и удобрешки, да? И удобрение, потому что удобрение будет 0,6. Там не больше 0,7 должно быть. Сейчас тогда обратно зуси положу. Или подожди, зуси, это что, удобрение? Нет, это семена. Семена, вот, тогда еще их обратно ложу. Или... Нет, сначала тогда удобрение возьму. Берешь сначала, блин, полный карман удобрений. Берешь левую ванну, блин. Кладешь туда два удобрения. Берешь канистру с водой, у тебя в руке должна быть. Тыкаешь два раза на воду.
чтобы у тебя было 0,5 воды добавилось, 0,5 удобрений, соответственно, 2 пакета. Тулус инструмент с руки не выложил, положу его рядом. Молодец. Теперь будет валяться по всей станции, блин. Нет, я его рядом с водой сейчас положу. Поставлю. Значит, спотыкаться об него, блядь. Я сейчас очень ровно положу. Ох, у меня же энергия кончится. Походу, мне придется сейчас прыгать в рулер, да? Нет, не придется. Это скафандр. Ну, я уже все перед станцией. Сейчас перепроверим. Симпл. Хера. Все-таки, наверное, сюда заеду. Это в южной было по 0,1 удобрение, в северной 0,00 с чем-то. Ты, главное, больше не сделай, чем надо. Вода. 12% электричества у меня оставалось в шкафандре. Все, я уже в блоке в этом. В биологическом. Сейчас выгружу. Быстро ты вернулся. Жить захочешь, не так раскорячишься. Так. По две добавим воды и одно семено. Семено. Какое семено? Не семено, а удобрено. Удобрение 1,025 добавляет. Нормальная концентрация в районе 0,5. Но не больше 0,7. Так, что у меня? Еще нужно будет потом добавить удобрение, да? Sample soil нажимаешь и смотришь. Что у тебя там и как. Так, что у нас тут, блин, в этих? Нитроген, потасс, фосфор. У меня разница нет, алюминий. Ладно, ничего. Вода 0,5, ферризер 0,2. Нет. Вот воду больше не нажимаешь. Я не нажимаю. А удобрение еще один пакет. Сейчас. Блин, меди у нас до хрена, это хорошо. И сейчас, по-моему, еще будут до хрена. Купер 11. Так, пора валить домой. На радиацию уже. Радиейшена. Много. Так, это дело нам, наверное, надо выгрузить. Это дело нам надо положить рядом. Блин. Ладно, сейчас дуру включим. Вода 0,5, ферриза 0,5 получилось. Нормально. Вот и в остальных также добивайся. Ща. Так, вода кончилась. Канистры. Но тут стоит вторая канистра. А я дотупливаю бур. Зараза, плохо, что не снимешь его раньше. Я привез буровую одну, там... Ну, бур, короче, уже почти на износе. А пока он не сломается, блин, не износится, его не снимешь.
ремонтировать только в диалоге это дело можно. Сейчас я это дело его дотуплю до конца. Сейчас у меня заморгает радиация, надо валить. Все, жопа прям ломается сам. Я пошел домой. Ну уйду я домой. Три галлончика себе еще поднабрал. Куда? Ну, воды. Канистру? Да. Там она, бочка, наверное, заканчивается уже. Ну, осталось мало, не так мало, но осталось. Надо перецепить, ну, в смысле, ткнуть, чтобы она заполнялась. Сейчас перезацепим. Так, что он там нам надобывал? Нитроген. А, алюминий 13. Отлично. И там я не помню, что было. Содиум. Свинца нет вообще. Литий 2,8. Содиума тут куча, меди 5, и у меня еще 5. Я вот среднее заполнил Water In. Я вот сейчас уменьшается. Ничего страшного, значит. Water In на полную, ткни. Не Water In, а под ним, видишь, движок. Который Water Out, который? Да, его полностью вправо. Этот движок наполняет нашу бочку. Сдвинул. И посмотри, включены ли у нас все дела. В смысле насосы. И насосы. Насосы я... Нажал рунинг 1, рунинг 2. Вроде бы все идет нормально. Гидроген постепенно заполняется. Да гидрогена там куча кислорода. А нет, гидроген это водород, из него все это разбивается. Нас метан меня больше интересует, сколько там. Метан сейчас скажу. Это тоже не нет. Метана 22.10. Знаете. Да и добить сегодня вообще уровень интересный вообще. Я его полюбаться добью. Ну, без тебя. Интересно было, конечно, кто в этом поучаствовал, но ладно. Да я думаю, добьем вместе. Это может быть. Надолго. Добавляем водичку. Так, что тут творится? Что бы переломал, не? Ты все попереломал? Да скажу, проверяю это за тобой. Кислорода до жопы, конечно, хорошо.
Так, тут пора чистить. Скоро надо будет фильтры. Ну, хотел сожрать что-нибудь от радиации, а пить. Что-то дай-ка, наверное, протестить сначала. По удобрению и воде все нормально. 0,4, 0,4. Теперь сажаю. Ух, нифига себе. На улице был, он цепь не захотел. Наверное, почки разорвались от этого, от страха. Наоборот, не работают. Так, 8 дней рыбы. Хавки хоть отбавляй. Хавки им тут насыпало, обожраться. Можно мутировать. В рыбе фарш, да? Сразу, да. Так, управишься тут в одно лицо, я пойду, ветер. Заберу, пойду. И дальше ремонтировать. И там, короче, много делов на улице. Да, управлюсь. Засаживаю потихоньку. Да, стопы. Пожрать надо. Не пожрать, но вообще перекусить надо, водички попить. Может было бы, конечно, еще дома посидеть. Таблетку сожрал от радиации. Так, цукини. Цукини нам сейчас добавят. Да, наверное, хватит, а то обожрусь. Не буду я мясо хавать. Сожру огурец. Один. У меня хавка вроде наполовине. Да это зараза, блин. Скафандр у меня не снялся, выиграть не может, жрать в скафандре. Я тупанул, когда я тупанул, не помню, с тобой или без тебя. О, у тебя агрокультура левел 1, поздравляю. Отлично. У меня десятка агрокультур, по-моему. Я, короче, когда тупанул, не детский. И сожрал я не приготовленную, не разогретую хавку. То есть я ее замешал. Вот, а в микроволновку я ее не положил. Что-то меня отвлекло, короче. Он начал дамажиться. Сказал то, что вы съели сырую еду. Вот. И типа это, вам хреново. Не помню, какие-то таблетки я попил, что-то я там поел. Ну, потому что меня отпустило. Но факт в том, что факт имеет место быть. Что если хавку в микроволновку не запихнуть, а сожрать сырым. И он говорит, чувак, херово тебе. А, ну это, кстати, и логично, в принципе. Сейчас у меня тварь напишет you need it, urinate. В самый неподходящий момент, блин. Типа, что мне надо отлить. А я буду в это время делить в жопе мира на буровой. Придется мне резко мчать. Дудолить на базу. А ты сейчас отъехал куда-то, что ли? Пока нет, но сейчас отъеду.
Так, с посадкой я закончил. Ну, вторую удобряй, сажай. Комнату? Да. Поднимай себе уровень, а то что ты всего первый уровень агрокультуры. Уже кадет. Я специалист. А если до десяток добить все, все дела, будешь директор. Насколько я помню. Это вот, кстати, директор, я проходил, я доходил в франтизере. Ну, во второй части. Давно это все было, не правда? Но, блин, с удовольствием еще бы его покатал. Вот. А в парах это вообще классно было бы. Кстати, Феризен получился 0,6 в одной из ван. 0,6 или... А, ну и ладно. Но не больше, главное. Значит, он в остальных у тебя получится, наверное, так. Потому что удобрял я обычно их все одинаково. Бог с ним. Но не больше. Ну, в другой ванне получилось 0,3 Феризина и воды 0,5. Нормально так? Еще Феризина. Еще одно удобрение. Если 0,3, он на 0,25 тебе добавит, у тебя будет 0,55, это нормально. Такс. 0,6 тоже. Нормально было. Но не больше. Так, 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 что с собой взять? Раз, два. Стрелялку, пробовалку, бурилка 3 и один куш. Блин. Значит, а чемодан надо будет выложить. Не надо. И будет он у меня в руках. Стоит здесь. Это что у нас? Это у нас бурилка. В каком состоянии бурилка? Батарея тут еще есть. Значит, нам надо. Ох, левел 2 у тебя. Молодец, прокачивайся. Да он, кстати, быстро качается, когда вот в одного это делаешь все. Хорошо. У меня, я не помню, но очень быстро он про это вот прокачался до десятки, да. Агроделавский. А посмотреть свои уровни на какую кнопку, напомни. Я не помню. Так, один заряд. Но это точно ты можешь посмотреть свой уровень в этом. В главном меню перед загрузкой. Там типа плеер, на него нажимаешь, он тебе пишет там твои все бригады. В игре прям со мной так не реализовано, это жестко. Чего? Если в самой игре так не реализовано, это жестко. Нет, реализовано, я не помню как. На какую кнопку. Честное слово. Хоть убей, не помню. Так, карга. Вот. Класс. Теперь ты у нас идешь вот сюда. Вот это вам 3. Сделал себе еще 2 галлона, мне как раз на остаток засадки хватит. Так,
Тут что-то набурил еще, бля. Что он там набурил, хер я знаю. Тут, по идее, лед здесь, ice water. Он нам дает кислород и водороды. Да, ваш контейнер пустой. Ну, хорошо. Реально пустой. Да. Так, все засажено, точнее удобрено, залито. Берусь сажать. Да занимайся, там тебе, блин, сейчас до жопы работа. Так, это делаем вот так. Это делаем вот так. Это делаем вот так. Прям в такт попадаешь, когда я переставляю да. В окна. Едем заправляться. Блин, половина этого дамаги. Короче, надо аккуратно ездить. Да с горы я скатился, в темноте все-таки. Он южен, как пошел у меня боком, блин. Такая скорость, смотрю, немерено на него еще должен. Да так это мы сейчас. Голова жопа, сейчас покачусь вообще, блядь, с этой горы. Ты пронесло, да? Ну, если бы, блин, были уже повреждения какие-то до этого, ну, не стопудовые, короче, по ремонту. Вот, он встал. Ты там поглядывай за этим, пожалуйста, за горючкой. Вот сейчас метану я залил. Метану сейчас весь высосал. Он не полный банк сейчас мне залил. Смотри, чтобы вода, короче, поступала. И работали, чтобы генераторы топлива там. Ну, первый, второй агрегат, короче, и насос. Сейчас досажу, да, чуть-чуть осталось. Потому что сейчас вот он точно метан весь высосал. Ну, не полный бак в ровере. Так, где там этот сволочь? Вон он. Чего? Эмти. Он этот минерал. А, не понял. Я ж вроде нажал, блин, я сегодня туплю. Не детский. Тарга. Иди сюда. Вот. Левел 3. Поздравляю. Ты куда отпал? Или я отпал? Это я отпал. Блин, задрала. Иди скач. Сейчас восстановим налить просто.
Так, теперь заправлюсь. Что там с Дискордом? Ничего. Так. В ночь. Империал. Сюда сампли. Сампли. Станет 8. Станет 11. Фельдспар. Жуть. Куда ехать, блин? Короче, на север, на М, на Индию. Breaking these walls.
Видать, у них спина. Хотя еще тупить. Обалдеть. Короче, надо ехать наверх. Хрен нам тут ничего покажет сейчас. Поганец. Так, что там с Дискордом? О, ушел Дискорд, отлично.
Что там? Ну, что хрен покажет, а? 152, 952. Короче, 162, 160 тысяч. Нет, 160, 950. Вэрэлпли.
Ну ладно. Блин, да там все есть тыкма. Тут не тыкма все. Ты жопу мира заманаешься ехать. А придется. А тут не тыкма. Щит. Я. Я здесь. Молодец. Пожрать. Я буровую поставил. Как ты умудряешься, я не пойму, блин. Попадал его в какие-то. Третий левер у меня агрикультура. Ну, я вижу. Так, вода. Take drink. Чё там мне? Бобы и фиш. Жрёшь только, блин. Я потрудился же. Потрудился, блин. Я там буровую уже поставил во всем. Но мы сейчас... Сейчас закрафтим что-нибудь. Стопудово там медь есть, что-то еще есть. Алюминий. ХПшка еще меньше стала, да? Таблетки нет, которые ХП-то поднимают? Про это вы все посмотри, протестируйся, короче говоря. Сейчас, на радиатор. Когда у тебя в правильном балансе таблетки выпиты, вот, у тебя ХПшка поднимается. Зараза, не набралась еще. Ладно, хрен с ним. Так, тестируем. А мне пора домой уже, у меня радиация, блин, на подлете. Вот я стримчик остановил уже. Ну что там на стримчике смотреть у тебя, блин, смотреть нечего. Как ты ходишь, куришь? Это у меня тут работа кипит почти во всем. Recommend Taking on a Uni of Propodin. Trito determine the cause of use health loss check back in Avive. Охуенно, у тебя английский, блядь, я скажу. Пропадин мне надо. И дукалин, походу. Короче, две таблетки, кроме радиации, их там всего три, там не ошибешься. Ну да. Радиацию тебе ни к чему, ты дома сидел. Радиацию сейчас я буду жрать. О, пополняется. Так, мне там что дальше делать? Ну да ничего, сиди дома, пока набирай ХП. ХП наберешь, и ровер ремонтируй. Окей. Так, алюминий. Что еще тут надо взять? Есть, это все есть, магнит там есть, а никель надо будет еще взять. И все, да. Цель. А нет, ты алюминий там был. Зайди посмотри, а в это можешь? В мастерскую. Сейчас. Там, где крафтить нужно, помнишь, где у нас этот склад, тараж? Это у нас где, здесь внутри, да? Да. Там два стола с тисками, слева и справа. Сейчас. И рядом с ними шкафы, и тоже и слева, и справа. Подошел. Ну, ткнись на шкаф.
тут не любой вопрос. Сначала на один. Тыкнул. Что пишут? Сепаратор Parts 1, Catalyst Unit 1, Lead 1, Electronic Kit 1, Pump Assembly 1. Кто-кто? Pump Assembly 1, Copper 9, Empty, Empty 0. А что там было? Lead 1 был, да? Да, Lead. Lead это у нас свинец, а напротив него что? Ну внизу. Алюминий есть, но другой ящик напротив шкафа. Сейчас. Алюминий там есть или нет, посмотри. Смотри, платик один, калькиниум 4, содиум 4, нитроген 6, хошопхорус 1, потасиум 2, алюминиум 5, магнесизм 2. Все есть, алюминий есть. Мой божественный английский. Да вообще жесть, блин. Так, что нам надо взять? Никель надо взять. Блин. Мы уже на пороге в том плане, что для крафта инструментов. Там можно крафтить еще что угодно, но нам нужны именно кит-наборы. Сейчас я заставлю крафтить, чтобы ты познал, что это такое. Давай. Сейчас я посмотрю, все ли там. Там на что-то нужно медь и пластик, по-моему, или цинк, не помню. Мне прям интересно финал прям какой будет. Финал будет, скажет, молодец. Титры. Или вообще просто дрижь главное меню. Ну, с недоделкой разработчика такое может быть. Так, никель. Никель. Вот тут все забито у нас. Нитроген. Пластик. Пластик надо, блин, закрафтить. А на пластик у нас надо делать водоросли, блин. А водоросли у нас нет на пластик. Так, литий. Или не нужно было, блин, ни подо что. Беси, не помню. И никель. Текс. По компрессор кит. Купер айрон лет. Айрона нет. Фильтер кит. Литий, кальций, пластик. Блин, пластик один. Генератор. О, купер, айрон. Зараза, айрон нет. Купер, никель, алюминий. Во! Во! Есть. Короче, подходи к шкафу. Пишешь мне. Так, сейчас. Берешь один купер, ищи, один никель и один алюминий. Так. Купер. Купер в другом, скорее всего. Один купер, один никель, один алюминий. Так, вот он один купер. Один никель. Вот. Один никель. Так, и один алюминий. Алюминий. Значок таблицы Менделеева, ну, красавчик. Теперь. Подходишь, подожди, сейчас ты скажешь, как это называется. К столу, где я стою. Тыкайся. Выбирай в списке. Скрабер кит. Нашел. Нажимай. Нажал. Селект, да? Да, расставляй элементы. Так, купер, никель, алюминий, а тут еще четвертое, empty. Но empty тебе не нужен. Select или build? Build, ну, сделать, короче. Build, делаю. Ага. ХПшка восстановилась полностью. Так, а чё бы?
стоять. У нас забиты уже эти дела все. Но он сейчас у тебя в руке окажется. Скрайбер. Ну, в смысле, в кармане. Да, оказался. Куда его дальше? Да по идее никуда, его надо складировать. Ладно, давай я отсюда, знаешь, что я отсюда заберу. Потасом нам 100 лет тут не нужен. Блин, калий, ошибка на удобрение, ладно, фиг с ним. Его я заберу. И заберу я отсюда. Чё отсюда забрать? Магния 2, наверное, отсюда заберу. Пойду отнесу это дело. Если это можно сделать. Клади его в левый ящик. От которого ты отошел или который сзади? Да. Которого я отошел. Но я сейчас попробую обратно вернуть. Так, по инструментам это нам сколько осталось? Чё? Ну, по заданиям инструментам нам... А. Ну, посмотри, сколько кит. У нас 2 кит-набора. У нас электроник кит, по-моему. И вот сейчас скрабер кит. Я нажал «Ой», задание выполнено. Все задания выполнены. Да? Да. Ну, действительно. Your order complete. Странно. Кнопочку заветную, что там произойдет. Да ничего, ну сейчас посмотрим, что. Да ничего, по-моему, не произойдет. Так, сейчас он кидает на обратно или не кидает? Кидает. О, он сверху написал The commander will signal the end of the mission. Чего? Смотри, вверху написал он The commander will signal the end of this mission. Не пойму, он вверху где? В консоли? Да. Balancer. Your order complete. Please escape. Он мне пишет для перехода в следующую фазу. И balancing pressure. И все. У тебя стрим идет? Нет, стрим не закончил. Блин, как посмотреть. Еще раз, что он, блин, со своим крутым английским херпаймер? Commander will signal the end of this mission. Сейчас, подожди, я вкидаю, может там написано. А ты пишешь летсплей? Да. Ну вот, нормально будет. Ну то почему он мне ничего не написал? Ну там что-то командир, что-то какая-то чего-то там о завершении миссии. Это понятное дело. Почему мне ничего не написано? Сейчас пойдем в этот, в радиоблок посмотрим. У меня тупо York Order Complete и все, то есть все задания выполнены. И нажмите Escape для перехода в следующую фазу уровня. Ну, мне кажется, пойдем, иначе, когда нажмешь, будет какой-то интересный конец. Нет, не вижу ни хера. Мне кажется, ничего не будет. Не вижу, не знаю. Почему-то чувствуется, что автор как-то завершил нормально. Да мне тоже хочется в это верить. Да что ж такая темненькая, блядь, в жопе негра. Я блукаю, куда идти? Где у нас радиоблок, блядь? Нет. Мы были в центральном, будем. Вот там может радиоблок. Отсюда мы пришли. Я сориентироваться не могу. Я заблудился. Да я тоже, я сзади тебя иду. Ну вот он, сучка. Блядь, свет-то мы включали везде. Сейчас расход будет бешеный. Ладно, у нас все равно конец. Да как бы конец, может и не конец. Так, что нам тут пишут? Ничего он тут не пишет.
А на этот месседж. Тут пишет у меня неизвестному, последнее сообщение было. Неизвестному радио каким-то видом. Радиоизлучение. Тут месседж. Helios Bus. Кобус Газ Райкон. Все. Ну что, попробовать нажать ему на следующую миссию? Нажимай. Да, у меня все, он мне пишет Admission и все. Закончить миссию, кнопка. Ну, тыкни, что там будет. Your bus is complete. Do you want... Ваша база укомплектована, насколько я понял, и вообще типа того, хотите ли вы завершить миссию? И все. Ну, завершай, что там будет. Ну, сейчас... Все. Он мне выдал... таблицы результатов. И все. Имя, дата, зона и счет. Вот я на последнем месте, Сан Саныч. 4 апреля, зона Гелиус. Счет 48, типа очков и баллов. Ты висишь или что у тебя? У меня желтый экран. И все, да? Ну да, таблицы показателей нету. Жизни и желтый экран почему-то. Ну и все, а я в главном меню. Значит, вот так вот она охрененно заканчивается. Не, ну подожди, давай запустись еще раз. Давай, я Кенс выйду, нажму. Запустись, пока я водички попью по-быстрому. А он даже Ender Mission не нажимает. Типа миссия закончена. Он пишет, зона complete, выполнена. Я Enter миссии, ну, нажимаю кнопку зайти в миссию. Вот. А он говорит, типа, это. Ну, не запускает меня в это. И пишет, что выполнена эта миссия. Зона. Вот Гелия, если бы мы были, там же еще их три. Получается, вот так оно и заканчивается, да? Ну да. Что я тебе могу сказать? Я тебе могу сказать, сколько стоит франтизер. Сейчас. Библиотека, игры, Марс, колонии, где он есть слово? Франтизер. Чуть не пойму, установить, куплено, ну, а где он, сообщество, я не вижу в магазине его. А вот страница в магазине. $249. 250, короче. Вот. А в комбо за 289 он предлагает купить Mars Colony Challenger и Frontier. Ну, Challenger у тебя уже есть. Я его подогнал. Ну хочешь возьми, посмотри, во-первых, что это есть. Вот, как там, что это и вообще да это. Да будем вспоминать, если тебе интересно эту тему продолжать вообще игровую по Марсу. Ну, интересно, почему? Вдвоем, в принципе, я бы с удовольствием его покатал. Сначала, допустим, одну базу выстроить. Смотреть там, как это будет. И вообще посмотреть, как он, когда в кооперативе играет, может он сразу разделяет. Ну, у тебя отдельный счет, у меня отдельный счет, да, допустим, там. И ты должен только сам один свою базу строить, мне не помогать. Не помню, короче. Я помню, что там было много и интереснее. Некоторые вещи замороченные, короче. Вот. В которых я там разобрался, но они мне что-то не прикололи. Может быть из-за того, что я один катал ее. Вот. Но имея, короче, самое главное, навыки вот с первой части, уже ты знаешь, как геологию делать, как делать всякую там
хавку, как все остальное. Вот. Вводится много новых вещей. Будем вспоминать. Если хочешь. Вот. Мне его установить, в принципе, ничего не стоит. Он жрать не просит много. Вот. Завтра 8-го. Как точное название? Я тебе ссылку брошу, сейчас дискач. Давай сейчас запись тормозну. Спасибо за игру. Увидимся во франкизере. Да. Короче, если...